что если нам завести ребенка? Одного на всех. Но я хочу, чтобы беременность была полностью моей. Я соглашусь, если он будет моим генетически. Ну, в смысле... Как выяснилось, я носитель редкого гена раздвоенной мочки уха. Я что-то слышал об этой фишке с мочкой. Да. У его дяди их три. Расстроенная. Ишь ты. Так вы серьезно? Вы согласны на это? Две пары воспитывают одного ребенка? Без сомнений. За нас. Вы никогда не пожалеете о детях. ЭКО стоит 35 тысяч за попытку. Обычно больше двух не требуется. Естественное донорское осеменение? Так это называется. Подход чисто клинический. Да, как в медицинской процедуре. Клинически бесстрастно, Джефф. Я представляю, как они толкаются. Да, я тебя понимаю. Она смотрит на его толчки. А, ужасно. А он смотрит на ее толчки. Да, очень специфичные образы. Слишком много толчков. Я бы... Я вообще-то люблю детей. А вот с ними возиться не очень. Ты годами ищешь человека, которого полюбишь больше всех на свете, с кем захочешь провести всю жизнь, а потом вы вместе делаете третьего человека, которого будете любить больше, чем друг друга? Ничего не выходит. Ужасная была мысль. Четверых. Скоро в кино.